Добрий вечір. Вітаємо вас на телеканалі «Медіаінформ» в ефірі «Проєкт Ми». Тема нашої сьогоднішньої зустрічі присвячена морякам, яким загрожує безробіття в Україні. Чому саме така тема? Про це і багато інше ми поговоримо з гостем нашої сьогоднішньої студії. Це директор морської компанії агентства «Євробалк» Анатолієм Іванкевичем. Добрий вечір. Здравствуйте, Екатерина. Перш за все, хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день, вже в травні місяці цього року, Міжнародна морська організація може залишити за бортом порядку 140 тисяч моряків в Україні. І це станеться саме тому, що їх документи, тобто документи, які посвідчують їх кваліфікаційний рівень, будуть просто недійсні. І в даному випадку наші морські будуть непрацездатні за межами нашої України. Чому так сталося, яка цьому причина, як цього уникнуть. Здравствуйте еще раз, Екатерина. Очень отрадно, что уделяется внимание резонансным темам и что пригласили меня. Что хочу сказать по поводу морской отрасли. Это уже был, наверное, такой крик души. Я написал в Фейсбуке пост, который получил достаточно много реакций, достаточно, как это говорят, бурхливый. Значит, всплеск эмоций. Да, эмоции от моряков, от работников отрасли, от работников учебных заведений морских, которые отвечают за подготовку моряков. Очень много получил обратной связи, что людей интересует, чего они боятся. Давайте начнем хронологично, чтобы все понимали хронологию происходящего. Был аудит Международной морской организации ИМО, в соответствии с ним было получено предписание. Предписание это по устранению несоответствий законодательных требованиям конвенции ПДНВ, которую Украина ратифицировала еще давно. Вот. И сейчас что произошло? ИМО направили опять же в Украину письмо о том, что репорт, который предоставлен в ИМО, не все соответствует нормам, и Украина в мае имеет возможность попасть в черный список стран, то бишь страны, иностранные флаги перестанут просто-напросто признавать морские документы Украины. Угу. Вот. Через это уже прошли многие страны. И вот наши ближайшие соседи, это Грузия, вот, и, кстати, вот пост, который я размещал, в нем активное участие приняли и моряки из Грузии, которые непосредственно ощутили на себе весь это удар. Фактично, они были внесены до этого черного списка, так? Да, Грузия была внесена в черный список ИМО, их дипломы перестали котироваться, и где-то на восстановление у них ушло системы и законодательной, и технической базы несколько лет, а потом еще лет 5-6 они не могли войти на рынок, потому что их уже выбросили как рабочую силу с рынка, и им было крайне тяжело. То есть они должны были идти на низкие зарплаты, на старые суда, чтобы как-то вернуться на этот рынок. И вот только подумайте, у нас в Украине зарегистрировано плюс-минус 140 тысяч моряков. Это 140 тысяч семей, которые могут остаться одновременно без средств существования. Это средства, которые ввозят валюта, которую ввозят моряки своими зарплатами, это примерно 10% бюджета Украины. На минуточку. Ну, такое. И кто считает, люди, вот некоторые так спокойно к этому относятся и считают, что, ну, значит, морякам запретят, ну и ничего страшного, это же моряки, а мы там в другой отрасли трудимся. Все совершенно не так, все взаимосвязано. Деньги привозят моряки, моряки здесь их тратят на жизнь, на рестораны, на магазины, ну, на поликлиники и тому подобное, и развиваются другие бизнесы. Если представить, что вот эта часть бюджета просто не будет заходить в страну, кроме того, что мы получим 140 тысяч безработных семей, мы получим еще и проседание в других бизнесах, потому что рестораны не будут дополучать, они уволят официантов, а это еще рабочие места. Опять же, следующий этап. Моряки поедут в другие страны получать дипломы. Это опять же отток кадров, отток специалистов и отток молодежи из Украины.
Сейчас и так большой демографический кризис в Украине, потому что с пенсионеров и инвалидов уже осталось намного больше, чем тех, кто зарабатывает и платит эти пенсионные взносы, которые обеспечивают пенсии, инвалидные пособия там, и все остальное. Поэтому сейчас этого допустить совершенно нельзя, и далеко ходить не надо, нужно всего лишь взять опыт европейских стран, которые уже давно это внедрили, запатентовали, и все уже давно работает. Тобто, що в першу чергу нам потрібно зробити, чи і кому потрібно зробити? Ну, смотрите, я сделал такую дорожную карту, сделал себе тезисно, отметил список, что необходимо сделать в первую очередь. Значит, в первую очередь нужно завершить реформирование морской администрации и наконец-то назначить ее главу. У нас, к сожалению, уже вот слово «реформирование» в стране, да, оно уже воспринимается токсично, да, не так, как должно восприниматься. Что я под этим подразумеваю? Это значит уже определиться с каким-то курсом, направлением. Потому что когда сейчас она обезглавлена, администрация, нет четкого курса, нет жесткой руки, которая может расставить все точки над «и». Потому что сейчас несоответствий достаточно много. Об этом позже поговорим. Давайте я тезисно сейчас проговорю. Следующее. Ликвидировать инспекцию по вопросам подготовки и дипломированию моряков. Ее функции передать морской администрации, как это было предписано еще в 2018 году Кабмином. Привести деятельность МОРРЕЧСЕРВИСа, это государственного предприятия, в законное поле, чтобы он был центром админ-услуг. Потому что сейчас он недолжным образом зарегистрирован, это мягко говоря. Вернуть службы капитанов порта, привести в надлежащий вид их документооборот. Это все предельно просто, этому надо просто уделить время и привести все в соответствие. Это проговорил, это есть. И привести законодательство Украины в сфере мореплавания в полное соответствие с международными требованиями. Туда входит и регистрация судов, которая у нас из-за бюрократической машины нашей занимает там и 2, и 3, и 5 недель. И в европейских странах это давно уже занимает 2 дня, 2-3 дня. Ну, з тих пунктів, що ви назвали, мені здається, що до травня місяця цього року ми, мабуть, не встигнемо, чи це реально зробити? Все реально, все вже є. На то треба воля. Тобто, що хочу сказати? Ми все говоримо о каких-то абстрактних вещах, що щось тяжко, але я здесь не для того, щоб говорити о проблемах. Я о том, что, для того, щоб говорити о рішеннях. Вот. Поэтому на каждый этот пункт есть четкая позиция. Как это реализовать, какими силами это реализовывается и что мы получим в результате фактически. Фактично, на сьогоднішній день увага президента, Кабміна чи відповідних структур державних є якимось чином, дії здійснюються чи ні? Я вам скажу так, на сьогоднішній день був подан отчет. Я не могу сказать, что все будет признано на 100% в соответствии. Вот. Поэтому вроде как тучи сгущаются над морской администрацией, над морской отраслью в целом. Но пока ничего не происходит. Пока сейчас проходит второй конкурс на должность главы морской администрации. Пока глава не назначен, есть исполняющие обязанности главы. Вот. И пока никакого реформирования не происходит должного, так сказать, приведения в соответствие. То есть я считаю, что назначенный глава должен воспользоваться вот этой путеводной картой, которая показывает, как это было в других странах, перенять просто опыт других стран, как реализовывала это Грузия, как реализовывали другие, там, Румыния, Болгария. Это все предельно просто. И тут возникает вопрос, если у нас есть задача это сделать, то нужно объединять морскую общественность, делать возможным
взаимодействие, взаимный обмен информацией с морской администрацией. И тогда, основываясь на вот этих вот подсказках, так сказать, можно реализовывать, а это привести Moreage Service, это государственное предприятие, в центр админ-услуг, потому что сейчас фактически он был создан, его идея была такой, объединить все админ-услуги для моряков в одном месте, ну и не только для моряков, а регистрацию судов. И, ну, тобто все, що пов'язано з морем. И, собственно, функционал капитанов порта сейчас они выполняют. То есть то, что у нас входит в обязанности службы капитанов порта, это там выдача дипломов, паспортов, оплаты заходов и выходов судов. Вот это все сейчас делает ГП Moreage Service. Соответственно, он нарушает сейчас закон Украины про админпослуги, административные услуги. То есть что нужно сделать? Нужно сделать его центром административных услуг, то есть переформатировать немножко его деятельность. І все виходить в законне поле. Який час взагалі вже триває оця реформація морської адміністрації, переход на цю відповідну систему уніфікації? Ну, як сказати, адміністрація, вона була створена не так давно, тому вона проходила процес становлення, тобто вона тільки розвивалась, це все вновь створене, вся модель це обігрувалась, розроблювалась, і на данный момент еще она сырая, потому что в октябре, если мне не изменяет память, вся верхушка морской администрации решением министра инфраструктуры была снята. И вот с того времени ничего не меняется, потому что все, скажем так, остается так, как и было. Все работает в таком механическом режиме. И пока не придет новый глава, к сожалению, ничего поменять мы не можемо, а страдають тільки моряки в фіналі. Ну так, я, напевно, так розумію, що деякі навіть не розуміють наслідків, які можливо бути зазнати в результаті того, що ці вимоги не будуть виконані. Питання ви затронули стану служби капітанів порту. В якому стані на сьогоднішній день ця служба знаходиться? Ми так розуміємо, що вона повинна підпорядковуватися морської адміністрації. Який стан речей в цій службі на сьогоднішній день? Изначально, если помните ситуацию, когда морская администрация забрала на себя функции назначать капитанов порта, опять же, это все без документального какого-то правильного оформления, и морская администрация в одночасье назначила по всем портам своих капитанов порта. И министр инфраструктуры, который был на то время, ничего лучше не нашел, чем уволить тех, кто были им назначены раньше. Вот. И в какой-то период у нас было двоевластие в портах. Было два капитана порта, которые не могли между собой поделить эти обязанности. Соответственно, когда были уволены капитаны порта, назначенные министром инфраструктуры, все перешло чуть-чуть в неправовое поле. Потому что службы капитанов порта сейчас, как это говорят, подпорядковываются, подчиняются морской администрации, а это уже... Они не назначаются министром инфраструктуры, соответственно, это уже противоречит статье, если мне не изменяет память, 77 КТМ, это кодекса торгового мореплавания, то есть это уже провал. И дальше есть масса моментов, которые необходимо переделать. Значит, нужно вернуть службу капитанов порта при МПУ, вот. И они могут вполне нормально взаимодействовать с Moreage Service в управлении морской администрации. Можно организовывать ведомство такое определенное, там служба капитанов порта, капитанов морских портов, и все будет приведено в правовое поле, и все будет, собственно, в порядке. Питання освіти моряків. Ви кажете про те, що необхідно ліквідувати інспекцію, так? Яким чином це може, можливо, це може негативно постатися на самих підготовці, фаховості цих працівників? Я вам скажу, що нічого страшного для моряків не произойде. Наоборот, це буде камінь з плеч моряків. Чому? Я объясню. В 2018 году Кабинетом міністрів був прийнят указ о передачі контроля и функционала инспекции морской администрации.
Так. По сей день это не сделано. Были поползновения в эту сторону, но что-то пошло не так, и инспекция до сих пор вот, существует сама по себе, и там полная анархия происходит. Вот. Передать инспекцию — это первое морской администрации. Второе — это убрать экзамены, убрать человеческий фактор, исключить оттуда, чтобы экзамены сдавались на компьютерах, как это делается в европейских странах. И вообще, вот я разговаривал с капитаном в Великобритании, он говорит, у нас вообще проблем нет. Он говорит, ты приходишь, если ты переподтверждаешься, у тебя смотрят наличие стажа в период последних 5 лет, есть 18 месяцев, все, пожалуйста, получай автоматически. Какие-то там есть маленькие таксы, физ какие-то, но это совершенно копеечные суммы, только чисто за выдачу пластиков. То есть человек, когда переподтверждает свою квалификацию, ему достаточно его сервиса и посидеть, может быть, один день на курсах, где ему расскажут о нововведениях, кодексов и новом документообороте, если такое имело место быть в последние там, какие-то... То фактично підвищення курсу, підвищення кваліфікації, я так розумію? Да, то есть уже этого давно нет в Европе. Это никак не сказывается. Моряки получают знания в институтах, на курсах. Что еще проверять? Один момент — это когда ты повышаешь свой уровень, идешь на следующую ступень. Совершенно другой, когда человек работает матросом уже 500 лет, и он приходит, его заставляют все равно сдавать эти экзамены. Он уже, не знаю, ну собаку съел в этом. А у нас все больше и больше начинают нагружать новыми сертификатами, новыми экзаменами. В даному аспекті, ну в даному випадку ми кажемо про те, що багато екзаменів. Наскільки високий рівень на сьогоднішній день моряків, як цінуються наші моряки в міжнародному бізнесі, в цьому морському, і дійсно ж є нарікання, напевно, якісь на якусь систему освіти, чи всім задоволені замовники? Наши моряки, они всегда пользовались спросом на мировом рынке. И какое-то время даже входили в пятерку самых востребованных. Потому что, есть достаточные квалификационные знания, и б, это уровень заработной платы, он ниже, чем у европейских стран. Поэтому нашим отдавали предпочтение. Вот. Сейчас на рынок вышли азиаты, это... филиппинцы, индонезийцы, пакистанцы, и они потихоньку вытесняют уже рядовой. Тобто рівень їх заробітної плати, напевно, ще нижче, так, я розумію? Был ниже, но сейчас он уже где-то подходит к нашему. Вот. Они сидят по 9-10 месяцев на пароходах, вот, и, соответственно, они потихоньку стали наших вытеснять. Поэтому, чтобы не дать Украине потерять свои позиции, ведь украинские моряки где-то примерно составляют от 12 до 13% мирового рынка труда моряков. Достаточно не маленький процент, я разумею. То есть мы теряем позиции, но теряем медленно, и ну, как бы, в рамках того, что происходит в мире, мировых тенденций, это нормально. Хорошо, что мы теряем больше. И я вам скажу так, что уровень подготовки, он, конечно же, немного ниже, чем он был раньше. Потому что многие в силу того, что есть коррупционные составляющие в некоторых сфере образования, там, подготовки, дипломирования, вот, они чуть-чуть расслабились. Вот. А хотелось бы привести все, искоренить вот этот, убрать человеческий фактор и сделать все компьютеризированным, чтобы человек мог подготовиться, сдать на компьютере. В любом случае у него что-то в голове отложится, когда он будет эти тесты клацать. И это будет и улучшение качества, и б, это отсутствие коррупции вот в этом конкретном сегменте. Наскільки активні самі моряки в цьому питанні? В питанні їх освіти, так? Напевно, я розумію так, що якщо це корумпована складова, то, напевно, це не так дешево стоїть.
так? І в даному випадку, наскільки активно вони взагалі свою позицію просувають? Ви директор, я розумію, так, це ваш бізнес, і ви хвилюєтесь за те, яким чином цей бізнес в подальшому буде розвиватися. Наскільки моряки активні? От ви зазначили, що в Фейсбуці були досить багато лайків, промов. Звертаються вони до адміністрації президента, будь-яким іншим? Чи є якісь профсоюзи моряків, відповідні профсоюзи навчальних закладів, які на цьому акцентують увагу? Оскільки дійсно, я з вами погоджуся, це не тільки проблема моряків, це й проблема освіти, навчальних закладів. Це досить велика кількість жителів і громадян України втратять і роботу, і заробіток. Ну от относительно посту Facebook, там було достатньо багато реакцій іменно від моряків, які действительно поддерживают инициативу того, что действительно нужно эту отрасль уже реформировать до конца, снять с них вот этот камень с плеч, который сейчас на них лежит, и дать им возможность спокойно дышать, потому что у моряков это на самом деле не самый легкий хлеб. И почему-то многие считают, что раз моряк зарабатывает деньги, значит его можно раскулачивать. Это совсем не так, это не так просто. Они зарабатывают эти деньги путем того, что они не находятся со своей семьей месяцами, а то и годами. Ну и физически это дуже важка праця. И физически это не самый простой труд, скажем так. Вот. И моряки обеспокоены тем, что действительно происходит. Они пишут петиции, они готовы помогать, готовы общаться. Кто-то готов просто информационно поддержать, кто-то готов, они вплоть до того, что есть уже поползновение к тому, чтобы собирать митинги, чтобы... Ну, хоча б колективні звернення якісь. Ну, я так розумію, в Одесі не так багато компаній, які займаються цим бізнесом. Я так, напевно, розумію, ви спілкуєтесь між собою і також можете їх акумулювати і відповідним чином налаштувати на те, щоб активна позиція була в цьому питанні. Сейчас это делается, моряки сами приходят, их не надо даже собирать, потому что у них есть свои там форумы, свои чаты, они все активизируются и они пытаются, насколько это возможно, бороться с коррупцией в сертификации, сертифицировании моряков. Вот, они обращаются в разные службы, обращаются к президенту, обращаются к министру. В тому числі щодо питання вимог у цієї міжнародної морської організації, також, так, уже звертають увагу на те, що це необхідно якнайшвидше робити, я так розумію. Да, конечно. Я сторонник того, чтобы начинать делать, потому что когда мы что-то обсуждаем, это все становится настолько абстрактным, и это занимает столько времени, что потом как-то оно пролетает и результата никого нет. Я сторонник того, чтобы начинать действовать. Пусть многие говорят, мы не успеем, мы там еще чего-то. Надо делать все по пунктам. Когда ИМО будет видеть, что мы что-то делаем, что мы какие-то шаги делаем навстречу, они скажут, окей, вы не успеваете сейчас. Ну хорошо, вот вам еще год, сделайте это. И они будут видеть нашу отдачу, нашу имплементацию вот этих вот всех поправок. Вот. Щодо позиції нового міністра інфраструктури, я так розумію, ви зазначили, йде якийсь збір інформації з низів? Якимось чином ви можете впливати свої, от ви кажете про свою дорожню карту, тобто ви фаховий спеціаліст в даній отраслі. Чують вас адміністрація президента, міністр інфраструктури, якимось чином можливо цю обратний зв'язок здійснити чи ні? Да, направляється достатньо много писем міністру в міністерство, вони розглядаються, щось приймається в увагу, щось ні, але во всякому випадку є обратна зв'язь, є взаємодія. И то, что сейчас идет повторный конкурс на главу морской администрации, я ничего в этом не вижу странного, потому что назначить главу это не так просто. Все специалисты отрасли, они с кем-то взаимодействуют и как-то работают в каких-то компаниях, и, соответственно, есть риск того, что они будут представлять, став главой, интересы чьи-то. Конкретные группы. Конкретные группы. Поэтому я вижу сейчас это нормальным, то, что рассматривают этих кандидатов, рассматривают под микроскопом, смотрят и их послужные книжки, смотрят и их взаимодействие, и их биографии, и все остальное.
Вот, поэтому ждем, хочется, чтобы конкурс это было... Конкурс в найближчий час, я так розумію, так? Конкурс сейчас идет, вот он уже должен как-то финализироваться. Вот, я уже ожидаю, что в ближайшее время все-таки уже этот вопрос двинется с мертвой точки и уже как-то отрасль задышит, потому что, ну, убивать такую отрасль, которая дает, ну, условно 10% бюджета, только моряками привозимые зарплаты, это деньги из воздуха, можно сказать. Вот, ее убивать нельзя. Я з вами погоджуюсь і, напевно, сподіваюся на те, що Україна все ж таки не втратить свій статус морської держави, перш за все, так? І всі ці нарікання, і всі ці недоліки, які на сьогоднішній день існують, і в нашому законодавчому полі, в гарантійному, інституційному, будуть все ж таки врегульовані нашим і Міністерством інфраструктури, і адміністрація президента зверне до цього увагу. Тому ми дуже вдячні вам за те, що приділяєте цьому питанню таке важливе значення, і своєчасно сподіваємось на те, що нас почують. Спасибі большое. Я ще хотів освітити один вопрос в отношении привлекательности нашей страны вообще как морской державы, то есть флага нашей страны. Это тоже немаловажный фактор, который может повлиять, опять же, на развитие и нашего флота в дальнейшем. Потому что многие говорят, угробили ЧМП, все. Но я как оптимист говорю, что все возможно. Нужно привлекательность увеличить нашего флага, дать возможность украинским судовладельцам выйти из тени, сделать его привлекательным, чтобы не надо было платить при регистрации судов под украинский флаг НДС и пошлины и тому подобное. Сделать возможность заходить сюда иностранным судовладельцам, то есть сделать его конкурентоспособным. И все, как это сделала Молдова. Вот. И можно привлекать судовладельцев, заодно будет работать и украинский регистр будет зарабатывать, и украинские моряки смогут официально работать по найму у судовладельцев под украинским флагом и опять же платить налоги и получать официальную зарплату, и одно будет тянуть за собой другое, и в перспективе можем развивать и наш флот. Так, ще раз дякуємо і сподіваємося на те, що всі ваші плани і задумки будуть почуті і реалізовані. Дякуємо, спасибі.